Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть SCP Containment Breach. В предыдущей серии мы... Что это за хрень такая? Это последствия того, что я дернул тот рычажок. Ой, рычажок, говорю, колокольчик, который я взял с собой. Япона, мать... Ух, я что-то так пересрал, вообще пипец. Добро пожаловать в SCP Containment Breach. Ладно, все, взбодрились. Мы продолжаем двигаться вперед. В предыдущей серии мы попали в засаду солдат. И сейчас мы двигаемся примерно в ту же сторону. Посмотрим, будут ли у нас какие-то проблемы, как в предыдущий раз. Но что хорошо, последнее сохранение у меня оказалось вот здесь. То есть перед коридором. И я думаю, из-за этого мы останемся в живых и сможем играть дальше. Потому что там ситуация была просто безвыходная. Ну ладно, так, я вроде отошел маленько. И теперь давайте двигаться. Сюда мы никак не попадем, да? Так, хорошо. Пятый. Сейчас мы аккуратно подвигаемся. Да, они опять пришли. Хорошо, постараемся уйти от них. Если что, я даже не знаю, как от них вообще избавляться, поэтому... Воу-воу-воу-воу-воу, ребята, что же вы делаете, ироды? Это было довольно... Я просто в шоке от того, что происходит, честно говоря. Это, по-моему, ненормально. Но я валю отсюда. Я лучше пойду к этим призракам, которые, судя по всему, являются следствием того, что у меня едет крыша ввиду того, что я дернул этот колокольчик, который вызывает массовые глюки. Hello? Господи. Как он выглядит? Твою мать, это же оно. Все просто... Просто очень плохо. Эта тварь... Да не может быть! А, только не ты! Открой дверь! О-о-о. Мне хана, мне хана. Ну какого черта? Твою мать. Херовый день, херовый. Столько всего плохого. Какой же коридор выбрать? Давайте притопим в этот. Он постоянно идет за нами, поэтому 50 на 50. Либо мы умрем, либо выживем. Он может пойти по нашему коридору и убить нас. Он может не пойти по нашему коридору, и тогда мы умрем сами. Не знаю, что бы ни произошло, все это кончится очень плохо. Давай, родная. Давай, 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 давай. По-моему, он прямо у меня за спиной. Почему же и... Тихо. Что же мне делать-то? И как мне отсюда выбраться? Тихонько. Если только я смогу спуститься туда. Вот это я проделаю в первый раз. Это было. Херовый день. Сегодня просто слишком много всего происходит. Так, игра упала. Хорошо, ладно. Сейчас продолжим через секунду. Ладно, продолжаем. У меня опять лезет дедушка. О, говорит, у вас дедушка лезет. Хорошо, мы побежим от него в эту сторону. Теперь у нас все будет хорошо. Я так думаю. Солдаты там внизу или они ушли?
Есть подозрение, что солдаты не ушли, поэтому сейчас я иду на свой страх и риск и просто нарвусь на пули. Но мне нужно уйти от деда. Вот эта лестница, она, честно говоря, мне не очень на руку. Солдаты. Меня уже так глючит, у меня столько разных видений. Учитывая, что он все время двигается ко мне по прямой, а я здесь, считай, на месте, нарезаю круги, потому что поднимаюсь по лестнице. Мои дела довольно печальные. Отдышимся и посмотрим, поможет ли это нам. В общем, что я хочу сказать по тому монстру. Тот монстр, как его зовут, я не помню, но он постоянно плачет. Он очень стеснительный. Твою мать! И ему нельзя показывать свое лицо. Подожди, а как я тут оказался? Уже было не это. Так, ну он вроде отстал от меня, хорошо. Как я сюда попал? Я же совершенно в другом месте был. Я не понял, честно говоря. Вот этот коридор... К этому коридору вело другое помещение. Это очень странно, по-моему. Я вообще не понимаю, что происходит на этой базе. Я уже и не хочу понимать, я просто хочу, чтобы все это прекратилось. Ладно, и сейчас нам нужно пройти мимо стеснительного парня, который, если он вас увидит, ему не важно, хоть вы там титановую стену вокруг себя поставьте и обнесите все это бриллиантовой защитой. Он это все разнесет. Если вы на другой планете, он доберется до туда. Медленно, но верно. Если вы увидели его лица, вам 100% край, потому что он рано или поздно убьет вас, несмотря ни на что. Так что, в общем, вот такие дела. И сейчас мы идем к нему в комнату. Зачем? Видимо, чтобы открыть вот эту дверь. Хорошо. Отлично. Закрыто? Вы издеваетесь, что ли? Как так? А зачем я сюда перся тогда? Здесь такая кровища, что я ничего не вижу. Он там вообще нет. Но он, конечно, там, где ему еще быть, вон он ходит. Надеюсь, я не увижу его лица таким макаром. Хотя, давайте посмотрим. Ну и урод же ты. А представляете, сейчас вы все увидели вот это его лицо на видео, и сейчас он бежит к вам. Красавчик, покажи лицо. Ладно, но... Но тут мы, в общем, ничего не получили. Ладно, будем иметь в виду, придется идти куда-то назад, учитывая, что там появилось какое-то новое помещение, это не так уж и плохо. Потому что, по крайней мере, есть куда идти. Есть вообще вероятность, что после того, как я перезапустил игру, уровень переконфигурировался, и теперь все тут совсем по-другому. Давайте заглянем сюда. Это то самое место, где содержали этого неубиваемого монстра. Вот его описание. Но... Пакость какая. Но этот монстр выбрался. И теперь там наверху крошат этих уродов, которые делали такое с людьми. Просто в маленькую, мелкую труху. Хотя, с другой стороны, их тоже можно понять. Вот такие секреты, которые на этой базе, они, по сути, лучше их держать. И любыми способами... стараться избегать распространения информации об этом. Потому что иначе вы представляете, что начнется. Но то, как они обошлись со мной, я им этого... Ой, что делать? Я им этого не прощу. Хорошо. А куда же мы двигаемся? Нет, смотри, в принципе, тут все точно так же. Ладно, у нас там позади была еще одна дверь.
который находился 173-й. Туда-то мы с вами сейчас и пойдем. Здесь мы взяли колокольчик. Вот бы узнать эту комбинацию. Конечно же нет. Я так молодой. Бывает. Бывает везет. Ой, сейчас так дернулся за окном. За окном ветка дерева промелькнула. И я чуть не кончился прям там. Может быть, здесь где-то в бойлерной можно что-то повернуть, и двери будут открываться. Но, скорее всего, мне нужно найти комнату управления, в которой можно попробовать что-то с этим сделать. Да, здесь нет никаких рычагов, ничего. Ладно, значит, идем назад. Это довольно печально. Но, по крайней мере, дедушка меня беспокоит в этот раз что-то совсем. Где кнопка? Где, мать его, кнопка? Вы же сказали, что эту функцию починили. И как мне теперь выбираться отсюда? Интересно. Ладно, допустим. Хорошо. Давайте посмотрим. Здесь справа-то у нас что-то было, по-моему, тоже нет. Я просто... Просто единственное, на что я рассчитываю, так это на то, что... Сейчас, возможно, что-то обновится. Ага. Отлично. Просто замечательно. Мы здесь застряли, похоже, господа. Что еще тут скажешь? От солдатов убежали, убежали от деда. И в итоге я совершенно не представляю, что мне делать дальше. Либо сейчас придет дедушка и заберет меня в свое карманное измерение, либо мне просто край. Черт его знает. Вот на самом деле, просто... Просто черт его знает. Хорошо, но так можно круги нарезать очень и очень долго. Единственное, что я могу сейчас сделать, это, в принципе, прекратить эту серию. И, как видите, по техническим сложностям мы ее остановим. И в следующей серии в понедельник постараюсь либо загрузить сейф пораньше, либо, возможно, что-нибудь сделаем другое. Либо дождемся дедушку, что тоже вариант, в принципе, неплохой, потому что от него убежать вполне реально. Ну и кроме того, несмотря на то, что это дико страшно, это очень интересно. Не каждый день такое увидишь. Но пока что, в принципе, это все. Давайте сейчас добежим обратно до комнаты стеснявого парня. Может быть, там как-то все-таки что-то откроется. Хотя есть подозрение, что там на самом деле надо повернуть какой-то рычаг, чтобы эти двери оказались в рабочем состоянии. Но если же нет, то я не знаю. Будем что-то решать. Не волнуйтесь, я, как обычно, что-нибудь-то придумаю. А, ну да, вернемся. Конечно, вернемся. Короче говоря, буду разбираться с этой проблемой. Игра, несмотря на то, что очень многие баги убрали, и несмотря на то, что ее реально сделали гораздо лучше, потому что здесь, как видите, вон сколько всего нового. Она по-прежнему довольно криво работает, но тем не менее, то, что происходило в этой серии, это был пипец какой-то, это было очень-очень страшно. Надеюсь, вам понравилось, спасибо, что смотрите. Увидимся, с вами был Артур, всего хорошего, пока.